В Западно-Казахстанской области до конца года отремонтируют 70% трассы Уральск-Тасқала до границы с Россией. Автомагистраль общей протяженностью в 100 километров включена в программу «Нурлы-жол». Сейчас отремонтировали около 30 километров. Дорожное полотно расширено с 6 до 9 метров. Для большей прочности здесь использовали укладку щебеночно-мастичного асфальтобетона. В этом году освоено около 6 миллиардов тенге. По словам строителей, дорога рассчитана на транспорт с нагрузкой на ось до 13 тонн, причем около 15 лет асфальтовое покрытие не потребует дополнительного ремонта. Установлены снегозадерживающие вот щиты и ограждения на протяженности более общей сложностью 5 километров. Барьерное ограждение также по всем участкам, на опасных участках установлены водоотводные лотки. Также 6 остановочных комплексов для населения, ну, проезжающих автомобилистов. Плюс площадка отдыха с эстакадой для грузового транспорта и легкового транспорта. Работали, конечно, на высшем уровне. Отлично. Смотрели, что знаки все стоят. Остановки стоят, парковки стоят, снегоудержные ограждения стоят. Все. Этот участок уже полностью под эксплуатацию, 100% готово. Остальные по ходу строительства дорога, мы неоднократно выезжаем, смотрим дорогу.